Всем привет, это канал Сперблёстка. Да. И с вами кошечка Мила. Ой, то есть Минни. Перепутала. Сегодня мы открываем коллекции в каталоге игрушек, да. Сегодня у меня уже другой цвет хломика, голубой. Каждый день разный. И начинаем мы с котики-котики. Коллекции такой. Так, сначала нам попадалось это. Нам попался один редкий вот в этой коллекции. Саймон Пэт Компот в прошлом видео. Он попался. Так, редкий, ура. Редкий, вот он. Это Пушин. Да, Пушин. Такой кот. Он очень известный. Очень милый. Отмечаем. Следующая коллекция у нас будет Совушки. Какая сегодня Совушка попадется, мы узнаем сейчас. И это Совушка под номером 7. А 7 у нас не редкая. Ну, давайте ее сделаем редкую. Да, просто захотелось побольше редких. А редкие, они очень-очень красивые должны быть. Мне эта Совушка очень нравится. Красивая. И очень много любит учиться. Вот. Все, это уже редкая Совушка. Так, коллекция фруктов. Кстати, хотела. Так, на чем попалось это, потом это, потом это, потом это. А здесь уже раз, два, три. Банан, яблоко и виноград. Следующее у нас. Так, осталось. Так, одно что-то. Под номером 1. Вот что это. Правда, это должно быть вот так. И это у нас апельсин или мандарин. Я сделала кучу как апельсин, уже не помню. Так, кот и кошка. Нам сначала попалась вот такая киска, потом вот такая. И в прошлом видео вот такой котик. И эту коллекцию мы все. Нам остался только единорог. И эта коллекция заканчивается. Она самая короткая. Просто таких котиков немножечко сложно рисовать. Но я, конечно же, могу лучше рисовать. Я взяла не получившихся. Но все равно думаю, что они ничего. И подают для коллекции. И мы эту коллекцию все закончили. Так, тайная жизнь. Коллекция уже подходит к концу. Почему-то. Под номером 4. Попалась. Это тайная жизнь домашних животных 2. Еще попался Макс, Хон. Кто смотрит мои видео каждое, не пропускает, те знают. Просто. Для тех, кто
первый на моем канале. Потом Хо, потом Хлоя. И сейчас нам вот кто попался. Это Дейзи. Кто не знает. А мы делали вот это в прошлом видео. Редким. Вот тут номер. Да. Я показывала. Сейчас кто-нибудь попадется. Сверху беру. Под номером 6 Саймон лезет на подоконник. Кстати, нужно вот сюда вот его немного сменить. Вот. Сейчас еще раз клеем намажу. И следующее это кошки Мелини. Кстати, нам сначала попалась коробки, потом нам попалась кошка, потом вот этот в прошлом видео попался и сегодня вот этот. Так, кошка Мелини. Раз, два, три. Кстати, это Анна, это снежная, а это дубленая такая. У меня сердечко, даже татуировка. Кто с нами сегодня попадет с вами интересно? Его. Да я не знаю, кто вообще. А, это Эльза. Она с Эльзой нам уже. Ну, как раз мы у всех зимних соберем. Кстати, нам только одна редкая почему-то попалась. Ну, ничего. Зато мы закончили уже одну коллекцию. Так, это теперь зверушки. Попалась белка, собачка и медведиха. Сейчас кто нам попадется? Посмотрим. Я так хочу, чтобы это была кошка. Кошечка. Не подглядывала. Там просто улезла уже целиком. Кошка почти. И она редкая. Ну, я решила ее взять. А ушко у зайчика торчало. Говорю, что у меня есть зайчик в коллекции. Она редкая у нас. Кстати, смотрите, это довольно, это тоже довольно. Ну, это что-то ест. Это такой стесняется. А это хитрая. Посмотрите на ее глаза, какая она хитрая. Так. Пишем мое название. Вот кошка, мне там написано. И коллекция у нас пазл. Я уже научилась открывать это с прошлого видео. Вот, что мне попалось. Это, наверное, еще больше. Под номером 2. Он подсказывает, кто это и что это. Это из игры кот. Говорит только что он из игры. Водяной. Вот. Так вот, клеим его. Вот сюда вот теперь номер 1, номер 4, номер 5. Эта коллекция небольшая. Да. Так, теперь коллекция зима. Давайте зиму. Ничего не попадется. Так, сейчас. О, вот к нам попался. Вот он. Это снеговичок. Он под номером 2. Смотрите, раз, два. Он там 3, 4, значит 5. 6-7 по порядку попадается. Нам немножечко уже по порядку попадать. Вот этот раз, это два. Может еще и вот этот попадется тоже в следующем видео.
Все, на этом конец. Да, конец. Так жалко. Но ничего, скоро, может быть, появятся новые коллекции. Просто пока нет идей. Вот все. Нет идей. Хорошо? Так, мини, тебя уже все поняли. Посиди тут. Но я хочу еще коллекцию. Так, в следующем видео. Ну, может, еще коллекцию сделаем. В следующем видео. Так. Все на этом. Всем пока. Ставьте лайки. Не забывайте писать комментарии и подписывайтесь на этот канал. Всем пока.